Всем привет, я тут занималась пересадкой фиников, и смотрите, какие корешки финики нарастили за 2 недели. Вот у меня 3 финика с большими корешками, 2 финика с такими малюсенькими, и 2 финика еще думают. Буду сажать их пока что вот в такой вазон. Они растут медленно, так что пару месяцев им будет нормально в этом вазоне. Все как обычно, тут у меня папайи просятся в кадр, но у них в другом видео. Керамзит, грунт у меня для цитрусовых. У меня практически все растет в грунте для цитрусовых. Такой воздушный. Всем растениям нравится. Одну по центру. Раз, два, три, четыре, пять. Я сделала 5 отверстий для косточек, у которых есть корешки, те 2 отсажу в другое место. Значит, вот она косточка. И вот так я ее сажаю. Раз, два, три, четыре. Косточки сами разберутся. 5. И засыпаю землей, буквально 2 сантиметра, опрыскиваю и ставлю на подоконник.